Дорогие друзья, вашему вниманию. Финальная схватка весовой категории до 70 килограммов. Начинку Уланг против армянина Андреасяна. 1-1 счет, но преимущество по последнему действию на стороне Куулара. Минута 30 секунд до конца остается. И призывает к более активным действиям рефери нашего борца. Вязкая борьба в центре ковра. Очень плохо чувствовал себя на протяжении всего турнира и даже задолго до него Начин Куулар, который приехал в столицу Ирана уже простуженным, да еще и гайморит обострился у него. Мало кто об этом знает, но я лично сам это видел своими глазами. И одному Всевышнему известно, каким чудом нашел он себе силы выйти не только на эту финальную схватку, а вообще на турнир. Он боролся с температурой, со слабостью, со всем, с чем угодно, и еще плюс ко всему и с соперниками. Но вот сейчас в финале, конечно, все это сказывается, но пока нужно внимательно очень работать и стараться. Вот сейчас попали пальцем в глаз Начину. И 7 секунд остается до конца активности, которая была дана армянскому борцу. 45 секунд до конца схватки. 2-1 повел Начин Куулар. И пятится назад россиянин. Посмотрите, как эффектно ушел он от атаки. Как красиво он это делает, даже несмотря на плохое самочувствие. Браво, Начин. Большой молодец. 20 секунд до конца. Напряжение достигает своего максимума. Андреасян в атаке. Пытается вывести за ковер своего соперника. Начин упирается как может. Стоит насмерть. Терпеть! К сожалению, своего добивается Андреасян, и под оглушительный гул публики зарабатывает 4 балла броском и вместе с тем побеждая в финале у Начина Куулара. В любом случае, Начин большой молодец и просто невероятное чудо совершил на этих соревнованиях. Уже сам выход его на ковер, как я уже говорил ранее, является подвигом. Но чуть-чуть совсем не хватило в финале.